Здравствуйте. Доделали шейкер под 60-ю пленку в простом исполнении. Из особенностей у него два лотка для клея, причем верхний с двух сторон достается, чтобы было более удобно. То есть с левой стороны, если смотреть на шейкер, тоже такой достается. Вот. Нижний, он идет большой, длинный, сплошной. Ну, он им реже пользуется, так что это допустимо. Также есть вентиляторы для охлаждения трансферов. 4 тена. Вот так это все выглядит. Плоттер поставили для примера. Это наш для печати лекал. Но, тем не менее, такие тоже можно дорабатывать под ДТФ. Кому интересно, пишите. Можем сделать любой размер. Напомню, производство Украина. Всем добра!